Он сосед пошел. Ну, спрятался быстро, собаку отпускать, Палыч. Так, ну уже время 8, чи начало 9. Ну, у кого на час меньше, у кого на 4 часа больше, у кого на 6, кто как. Ну, кого как. Так, что, давайте разбудим всех моих вот этих кренделей. Опа! Так, кто тут, что тут, где тут? А ну, заработает. О, запустилось. Водоросли, едик он сидит, видите, где спит, где он живет. Платидорас, где Платидорасина? Эй, Платидорасина, вон она сидит на месте, по-моему, да? Да, вон его хвостяра. Так, блин, зеленых бы не прозевать, хоть раз бы попробовать отсадить эти брохиса. О, Стасик в этой, в кокосике Стасик спит. Ну, Степанида не влазит никуда. О, Северумиха себе новое место нашла для ночлега, да? Молодец. Молодец, астрики растут. Сейчас еще там есть креветка, пока не побелела, покормлю вас. Они мне вчера вечером жрали кревендос. Пошли дальше. Я вот переименую канал. Я уже придумал название. Так, тут же сейчас северумы начнут с ума сходить. Бульбашит, все тарахтит. Бум-бум. Так, потихонечку, чтобы северумы, метинисы. Что тут у нас? 22 градуса тепля. Тепля. Что тут? Ага, тут никто не разродился. Никто. И тут. И что? И тут никто, да? Ладно. Что тут? И покажу, что там. Потом. Так, что тут у нас? Самы вчера отстреляли, все, она уже начала от него потом теряться, ховаться. Что я скажу? Не покупайте никогда вот эту метиленку. Это просто. Это что это за метиленка? 15 кубов я вот это влил сюда, вот это 15 миллилитров на эти 15 литров. Это что за хрень такая? Риковская одну каплю можно, одна капля на литр-то синеет так, что с ума можно сойти. Короче, какой-то концентрат. Ну посмотрим, не пропадет ли икра. Помпа я выключил. Вон есть зародыш, я вижу. Вон зародыш, вон. Ну, я думаю, соточка, короче, есть тут. И корочки. Так, значит, посмотрим, что нам будет дальше. Так. Так. Долоресы попросыпались. А там какие-то мутки идут, по-моему, да? По-моему, идут какие-то там замуты. Так. Надо сюда другую лампочку. Уберу я, не нравится мне вот этот длинный фонарь, он сильно светит. Вот я нашел, только тут надо поменять. Сейчас я покажу вам. Опа. О, видите, она сгорела. Она отходила. Ну хорошо, хоть смена. И вот как раз ее надо тем аквариумчиком там хлобысь. И она будет как раз вот у гупешек. Это самое, да. Над гупешками светить, и все будет хорошо. Так, ну не знаю, что включать этот, не включать, чтобы там не помешать. Не буду я пока ничего включать, хай не носятся. Давай, лупашь ее, лупашь. Поняли, да, что за процесс? Оп. Не буду я мешать, пока свет не буду я тут на нижних рядах включать. Включу я попозже. Все равно зашевелились уже, тут уже зашевелились. Вчера отвез я на магазин там 10 с плюсом гупешек, 10 с плюсом мечей. А, вечером сделал свет я тут. Трах-бах, опа, и все. Тут 10-ваттник, и это 10-ваттник. В общем, я думаю, с головой на них хватит. А вот это брехуха сидит. Брехуха сидит, просралась и сидит. Что тут у нас? Кто у нас тут толстый? Кто толстый? Слышь, толстый. Ту-ду-ду-ду. Эй, толстый. Бум-бум-бум-бум. Эй, толстый, да? Песня, я забыл, как группа называлась. Так, тут тоже можно помпу включить. Вот это еще надо мне тут раз... А, тут же она у меня подключена. Нет. Это не та, это вот это. Это вот этот ряд подключен, да, на ту штрыкалку. На ту штрыкалку тут пока не включаем бы свет. Хотя что, тут можно свет включать, да? Угу. Трах. Бах. Бабах. Все, включили свет. Калидорасы вон сидят на мочалочке. О, эти развернуты. Ну надо тут наблюдать, вон он, самец машет, это самец Анцика сидит. Что тут, боцы и растут, не растут, не знаю, ну, может чуть-чуть больше. Беляшек все вентилирует. Беляш, там ничего не ума у тебя? Нема ничего у него там.
Так, что тут дальше у нас? По низам, но я пока не буду свет. О, да, тут свет включил, сразу я их позбивал. Сейчас я их накрою, чтобы им не мешать. Так, кто там? Валера. Ты что? Валера плюхает он. Надо их подзакрыть. Надо их подзакрыть. А чем же их подзакрыть? Где мои вот эти все полистирольчики? Да где-то есть. Короче, надо их подзакрыть. А там что? А там вот это между двумя аквариумами поставил, может он нагреется. Кипятильник некуда включать. Блять, и тут мутняк, сука, словил у меня аквариум. Видите этот? Ну я знаю почему. Потому что много воды чистой. Ну они живые. Меченосцы они такие невыносливые. Выносливые ребятки. Поменял аэролист, поставил с мелким бором мочалку. Потому что мне... Ой-ой-ой, а тут ля как течение замотало. Потому что не стал я крантик ставить вот это, чтобы тут... Надо, наверное, сейчас переходничок влупить и все-таки, чтобы тут аэролист работал. Рыголистник, видите, как замотало? Закрутило. Голову скружило. А? Телепуха, смотрите, она с ними прижилась нормально, с этими окорятами и хорошо себя чухает. Вода помутнела уже, надо поменять. А ну, самка, хочу посмотреть на тараканиху. Посмотри, тараканиха какая. Угу. Пузатенькая она, пузатенькая. Чтоб не прозевать, хочу ее... Там что прозевать? Надо ее в 60-ку. А тут ставить 60-ку сюда. Вон, свет уже, видите, я им поставил сюда. Надо им сюда 60-ку их садить в 60-ку. И без течения, тогда, может, что-то и будет толк. Потому что были они у меня там пены один раз делали. И пожали, видно, типа хавали, что-то они поделали, ну наделали, что ничего не было, и она была пустая. Так, что тут у нас? Что за метка? Что за вот это метание тут? Ух, коридоросов. Гляньте, сколько. И такие все толстые, пузатые. Бабка, где ваша? Мать ваша вся. Всех вот этих. Вон она. Героиня. Короче, вот та вторая. Я ее отсадил вчера сюда. И потом ту пару. Та, что вот это отметала там игру. Я тоже закинул сюда. Вот он, самец. Вот он, самечек тут что топтал. А вторая, вон она та пустая, вон видите, это справа она пустая, а та слева пузатенькая. Надо понаблюдать будет, может она и даст что-то и курочку. Так, я не знаю, как у меня сейчас будет настрой, тут бы водичку не мешало поменять. Как раз отсюда слить, в 60-ку залить сюда поставить и туда таракана посадить. А кубик тогда, вот этот сюда, надо поставить будет. Ну тогда надо тут еще сейчас что-то, тут разводочку какую-то врезаться тут где-то и... Ставить крантик, чтобы была аэрация, чтобы тут аэролифт работал. Ну и тут же, соответственно, чтобы работал аэролифт. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас подумаем. Вон, видите, что питает у меня. Ксилон, хоть тут черный отключенный трактор. Вот это один, вот этот Атман. Ну, тоже уже на максимуме, там он переключается больше-меньше. Ну и тот Маус, мой герой, до сих пор мотает. Стационарный ставить пока не вижу смысла. Потеплеет, потом поставлю его на балконе. Хоть там гудит. Ну, в общем, как-то так, все. Сейчас быстренько покормлю, надо заниматься делами, ведь у меня сегодня день рождения. Сегодня пьянствовать будем. Шурпа-шмурпа. Все остальное. Так, покетушки все. Хорошего денька, вот тоже такая на сносях уже. Гупешки надо. Лайкосик там не забудьте поставить, туда смотрел до конца. Что, два самца вот это, да? Да, это хорошо, это два самца, я вижу. О, ну вы видели, ну что это за малинезия? Ты. ЛГБД. Чего там? ПДЛГ. Хорошая водичка, чистенькая, да? Хотя уже пора менять мочалку, уже забилась. Да и водичку менять тут. Не помню, где воду надо менять, критично, я уже не помню. Ну, в принципе, ни у кого критично. Вот этих надо менять. Они у меня самые первые были запущены. Уже надо менять. Так, что, включать? Вот свет тут не включать. Да не буду включать. Хай пока в темноте посидят. Хотя надо включать. Нет, надо включать и тернехом этот... Закрыть просто тернецей. Так, что тут? Трупицы есть? Ля, бля. На глазах растет тернеха. Я еще умудрился еще 15 штук тернецей продать. Все. Теперь можно говорить пока.